100 спортсменов, 11 заплывов и 2 эстафеты. Организаторы разбили турнир на 2 дня. Первый день начали с олимпийских дистанций. Мировой рекорд на 200 метров брасом принадлежит австралийскому атлету Кристиану Шпенгеру. Его результат 2 минуты 7 секунд и 31 сотая. Здесь же цифры гораздо скромнее. Лучший результат, показанный на этой воде, 2 минуты 52 секунды ровно. Если навскидку, бурятский рекордсмен отстал бы от австралийца примерно на 2 бассейна. Но то дела олимпийские. Результаты, показанные нашими юниорами, если не бьют мировые достижения, то показатели на этой воде улучшают значительно. Вадим Серявин проплыл 200 метров за 2.42, улучшив прошлогодний результат на 10 секунд. Твой результат 2.42, ну там с долями секунды. Как считаешь, это хороший результат? Нормально, улучшил. Это твой лучший результат? Улучшил. Какая установка была на этот заплыв? Сотку экономить, а потом пойти все остальное, уже 100%. Время хорошее. Вадим – один из претендентов на победу в этом первенстве. Еще один достойный результат показал Илья Янченко на дистанции 100 метров баттерфляем. Его время – 59,90 секунды. Заплыв прошел хорошо. Какая установка была? Установка была выплыть из минут. А твой личный рекорд на этой дистанции? В 25-метровом бассейне я давно не плавал, а по большой воде 1.02. Свой показатель Илья улучшил более чем на 2 секунды. Организаторы говорят, вообще в последние годы результаты практически на всех дистанциях идут вверх, а значит растет мастерство пловцов. Тому подтверждению успех Ксении Зубакиной. Буквально недавно, в конце 2017 года, у нас наша воспитанница Ксения Зубакина выполнила норматив мастера спорта России по плаванию. Она очень здорово плывет у нас, хорошая, перспективная девочка. Сегодня пловцы выявили лучших на 6 дистанциях. Завтра определятся победители в оставшихся 5 и 2 эстафетах. По итогам первенства все результаты будут отправлены во Всероссийскую федерацию плавания, а уже там будут сформированы списки для участия в чемпионате России среди юниоров. Батыр Ламбаев, Андрей Дармаев. Новости дня.